Добро пожаловать на познавательный канал «Самый-самый». Кликай на логотип и подписывайся. Будет интересно. Из нашего сюжета вы узнаете топ-7 самых высоких зданий мира. Желаем насладиться просмотром завораживающего видео. Досмотрите до конца, и мы покажем еще два супервысоких здания, которые скоро скинут лидеров. Если вы посещали одну или несколько высоток лично, поделитесь вашими впечатлениями в комментариях. Поехали! На 7-й строчке красивое конусообразное здание Lotte World Tower, 555 метров от основания до шпиля. Посмотрите, как этот гигант выделяется на фоне других городских сооружений и горного пейзажа столицы Южной Кореи. Если будете в Сеуле, обязательно посетите смотровую площадку и погуляйте по молу. Кроме того, рядом шикарный парк развлечений, где сможете отлично провести время всей семьей. На 6-й позиции комплекс зданий международного торгового центра Пинань в Шэньчжэне, включающий 599-метровый небоскреб. Пинань – самый молодой в нашем списке. Его строительство завершилось в 2017 году. В последний момент небоскреб решили оставить без шпиля, что лишило его дополнительных 60 метров и звания самого высокого небоскреба Китая. Далее еще один гигант из Поднебесной – телебашня Гуанчжоу. Ее высота 600 метров. Построена в 2010 году к азиатским играм. Сегодня доступна смотровая площадка, где с высоты 430 метров открывается потрясающий вид. Подъем на пузыре стоит около 3000 рублей. Особенно красивая ночная подсветка башни и города в целом. В праздничные дни жителей и туристов развлекают потрясающими по красоте салютами. 4-е место в нашем топе занимает самое тяжелое здание в мире по массе. Королевская башня Абрадж Аль-Бейт. Ее высота 601 метр, расположена в Мекке, центре мусульманского мира. Рядом со зданием находится мусульманская святыня Кааба, куда ежегодно приезжают миллионы мусульман. Для их комфортного размещения и построили этот огромный отель, в котором могут разместиться до 100 тысяч человек. Первая в тройке лидеров – Шанхайская башня, 632 метра, достроена в 2013 году. Смотровая площадка на высоте 546 метров доступна всем желающим, но находятся смельчаки, которым недостаточно, и они залазят повыше, селфятся, хулиганят, иногда срываются, развлекаются в общем. Настоятельно рекомендуем не повторять. На втором месте в списке самых высоких зданий мира – Токийская телебашня, Tokyo Sky 3. Ее высота 634 метра, построена в 2012 году. С высоты смотровых площадок 450 и 350 метров открываются поразительные виды на бесконечный каменный Токио. Удовольствие стоит около 2000 рублей. Рекомендуется посетить вечером для наслаждения закатом. Или на рассвете. Страна восходящего солнца все-таки. Первое место в списке самых-самых у настоящего исполина среди небоскребов. Дубайской башни Бурдж-Халифа. Ее высота 828 метров. Открылась в 2010 году. Всю красоту сложно описать словами, приезжайте и наслаждайтесь. Если боитесь высоты, для вас огромное количество развлечений внизу, включая шоу фонтанов. Ну а самым смелым незабываемые впечатления как в солнечную, так и в облачную погоду гарантированы. Удивительно, но еще каких-то 10-15 лет назад тут была настоящая пустыня. Вот какие чудеса возможны при наличии нефти. Как и обещал будущие лидеры, дубайская Крик Тауэр 928 метров планируется открыть в 2020 году. Башня Бурдж Джидда высотой в 1 км и 7 метров готовится к открытию в 2019 году в городе Джидда, Саудовской Аравии. Понравилось видео? Поставьте лайк, поделитесь с друзьями ссылкой и подпишитесь на наш канал. Спасибо, до новых встреч!